широко разводите руки и прыгаете с моста в реку, но при этом останавливаясь пару метров над водой. Это роуп-джампинг – экстремальное развлечение для тех, кто действительно любит адреналин. Страшно? Ну, конечно, страшно. Каждый раз, как впервые, эти непослушные трясущиеся коленки и руки, таки норовящие во что-то вцепиться. Но в этом, собственно, и вся суть. Без страха, говорят, интерес сразу пропадает. Нет той нужной дозы адреналина. И вот свободный полет и ликование человека, который на такое отважился. Роуп-джампинг безопаснее других прыжков, но больше щекочет нервы, так как любитель острых ощущений видит поверхность воды, которая летит с бешеной скоростью. Тот, кто пробовал раз, непременно захочет повторить, ведь такие впечатления не сравнить ни с чем. Прыжок с моста в Киеве от команды BestLash забыть невозможно. Но прыжок с моста – это вызов, и он принимается. С вами была Юлия, специально для Всем Купон.